едем в Светлогорье. Куда мы едем? Это моя родина. Забыла? А, ты там не была никогда. Кино по выходным. Мама, мы тут все погибли. Нас укокошит какой-нибудь лось. Бойся, лося, мы из леса. Бойся, лося, в себе. Здорово, старик. А правда говорят, что у вас не по молодости того это, шуры-муры были, а? Не было. Ну, что ты спрятался? Совсем не изменилось. Не смеши. Когда дети и внуки выросли... Займись своей жизнью, оставь меня в покое! Самое время подумать о замужестве. Эксперимент в разгаре. Мам, давай заканчивай это все. Ой, прям жених. Гляньте-ка вы на него. Елена Сафонова. А жалко, что жизнь одна, да? Бабуля. Премьера. В субботу. На канале «Россия». Ты выйдешь за меня? Да. Премьера. Ты что, правда женишься? Правда. Счастье быстро закончится, если бывшая ведьма... Давай попробуем на него приворот. Есть один, прям очень мощный. Тань! Скорую! А если он инвалидом останется? Я разработала новую программу реабилитации. Будешь со мной заниматься? Беззащитное сердце. 17 февраля в 19:00. Домашний главный женский. Я хочу только одного – тихого семейного счастья. Кто он такой, этот твой принц? Он идеальный. Когда думала, что попала в сказку. Ты моя. Я твоя. А угодила в ловушку абьюзера. Ты куда-то торопишься, обеимая моя. Я тут глава. Я установлю правила. Все твои передвижения буду отслеживать по GPS. Домашний главный женский. Приветствую тебя в двух холмах, лучшем месте на матушке-земле. Меня зовут Вера Надеждовна, я мэрка и мать этого города. Если ты ищешь место для жизни без вот этих особей... ...то тебе однозначно к нам. Полицейки нашего города строго следят, чтобы сюда не проникли приматы. Мужчины давно не нужны для повседневной жизни, а для создания новой у нас есть специальные привилегированные члены общества, хранители семени. Прикоснись к двум холмам. Тебе понравится. Стань частью нашего города. Убийц, насильников, врагов народа и всякую другую мразь. Нет никаких врагов народа. Есть обычные люди. И они имеют право на справедливый суд. Московский областной суд установил, что предварительное следствие велось необъективно и с нарушениями закона. Можем ли мы допустить, чтобы пострадали невиновные? Для чего это нужно было следствию? Я не убийца. Мой внутренний закон говорит мне, я виновна. Мне очень жаль, что я это сделал. Ваш сын. Саш. Мне не нужен адвокат. Уходите отсюда. Можно я прошу вас маме моей передать и сказать, что у меня все хорошо? Вы умный молодой человек, подумайте, почему все дела цеховиков заканчиваются расстрелом? Боря, я ревнивая жена. Я однолюб, верный муж. За такой женщины стоит и подраться. Я вижу, ты меня любишь. Любишь меня, а не дурачка своего деревенского. Три класса церковно-приходской шкалы. Возьмусь за дело Журавлевой и выиграю его. Больше так не могу. Будьте вы прокляты. Что вы делаете?
Никогда высшая мера для подзащитного не будет для адвоката лучшей. И если вы так считаете, то вам не место в профессии. Страшный сон, Оля. Премьера на канале «Россия». Кирилл, не надо. Не надо. Оля, насколько можно? Сергей Перегудов. А может, тебе к психотерапевту сходить? Елена Цыплакова. Ну, посмотри вокруг, сколько людей несчастных. Ты добрая, сильная. Ну, вот и иди, помогай другим. Но если мы их не поймаем, пострадает кто-нибудь еще. Марина Коняшкина. Ты только не заигрывайся в искоренителя мирового зла. Ну кто-то же должен это зло искоренять. Когда закончится февраль? С 21 февраля в 21.20 на канале «Россия». Все на выход! Побег произошел спонтанно из обстоятельств. Понял, Ермак, сдадим вас в вокзал. Они ведь решили, что он действительно будет стрелять. Да здесь каждый побежит. У меня нет документов. Пройдем со мной. Ты что делаешь? Вот нас ведь на пересуд везли. А что думаете, разбираться хотели? Все поста. Проверять рейсовые автобусы. Граждане пассажиры, вот вы сейчас и будете присяжным. Я прошу, пожалуйста. Я прошу, мужики. Неужели ты надеялся, Сережа, что тебя оправдают? Нет, но чтобы поняли хотя бы. Я не убивал. Рот закройся! Я под контроль, не забывай! И подходи ко мне! Я так думаю, что группа разрозненная. Два человека, Каноненко и Личкин, действуют под давлением. Спаси нам тебя! Ты теперь убийца мента! Это не я, это ты его убил! Третий, Федоров, угрозы не представляет. Ты что, людей никогда не трогал, не обижал? Голубь все закрыл. Просто по определению много денег виноват. Крайне опасен Спритов. Характер эмоциональный и взрывной. Поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Вы, простите, что думаете по этому поводу? А этот... Маховец. Серьезный. Уже он убивался. Этим и опасен. Сволочь ты! Осужден несправедливо за убийство 5 человек. Я так думаю, что он ищет смерть. А являясь неформальным лидером группы, тянет всех за собой. Я прошу согласования силовой фазы операции. Это тебе одна с Викой. Спасибо, мои родные. Премьера. Я хочу, чтобы ты знала, что это ты виноват в моем уходе. Если сказка перестала быть доброй... Против тебя возбудили уголовное дело. Ищи, кто заколдовал твоего принца. Я чувствую, что он жив. Не отходи от него ни на шаг и глаз с нее не спускай. Слабое звено. Сегодня в 19.00. Домашний, главный женский.